Ведогонь – атмосферный дух в южнославянской мифологии, дух-хранитель спящего человека. По верованиям черногорцев и сербов, живущий в человеке дух, который во время крепкого сна может покидать на время тело и странствовать по свету. То, что Ведогонь в это время видит, после пробуждения от сна кажется человеку сновидением. Согласно поверьям, ведогони дружны с дремой, насылающие на человека сон. Во время сна они помогают человеку творить, сочинять. Но они драчливы, могут даже драться друг с другом, и если чей-нибудь ведогонь в драке погибнет, тогда и человек уже более не просыпается и умирает. Польские крестьяне говорили, что душа покидает человека на время, во сне или навсегда при смерти, в виде мыши. Когда мышь возвращается назад к спящему человеку, тот ее глотает и только тогда просыпается. На берегах Адриатического моря существовало подобное же поверье, здесь ведогонь представлялся домовым гением, оберегающим родовое имущество и жилище. Не всякий человек имеет своего ведогоня. Но только тот, который рождается в сорочке. Считалось, что во время сна ведогонь исходит из человека и охраняет его имущество от воров, а жизнь – от неприятелей или других, недобрых, ведогоней. В некоторых местностях Сербии ведогонем называется кровожадное мифическое существо, тождественное с вампиром. Стихийный первоначальный характер ведогоней виден из того, что, по сербскому поверью, когда поднимается буря, это значит, что ведогони дерутся.